Эфир 24KZ продолжает выпуск новостей. В студии работают Хасан Исраилов и я, Жанна Хусаинова. Здравствуйте. Итальянская компания Ansaldo Energia планирует открыть производство деталей для газотурбинных установок в Казахстане. Об этом стало известно сегодня на встрече Олжаса Бектенова с генеральным директором компании Фабрицио Фабри. Стороны выразили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве и локализации производства компонентов для казахстанских теплоэлектростанций. Премьер-министр встретился и с представителями крупной итальянской компании в области нефтегазохимии. Их интересует производство полиэтилена, авиационного топлива и строительство газосепарационного комплекса на территории Казахстана. По итогам встречи Олжас Бектенов подчеркнул важность инфраструктурных инициатив и подтвердил готовность правительства оказать содействие иностранным инвесторам на всех этапах реализации проектов. Перспективы и возможности сотрудничества в области цифровизации и IT-образования обсудили премьер-министр Олжас Бектенов и президент одной из крупнейших американских технологических компаний Palm Systems Аркадий Добкин. Они рассмотрели перспективы создания новых совместных бизнес-решений. Глава правительства подчеркнул, что за 5 лет объем экспорта IT-услуг вырос с 30 миллионов долларов до 600 миллионов. Сотрудничество с мировыми гигантами позволит нашей стране повысить эффективность и обеспечить развитие опережающими темпами. Аркадий Добкин отметил благоприятный инвестиционный климат в Казахстане и озвучил ряд предложений в области цифровизации и внедрения новых технологий в реальный сектор экономики. Добавлю, компания EPAM Systems – мировой лидер в области разработки программного обеспечения и консалтинга. Сегодня фирма представлена больше, чем в 17 городах Казахстана. Разработку законопроекта об усилении поддержки детей с особыми потребностями обсуждают в Сенате. Документ будет направлен на то, чтобы обеспечить доступ несовершеннолетних к эффективной социальной и медико-педагогической помощи. Первое заседание рабочей группы прошло с участием экспертов и общественников. Отмечу, действующий закон о поддержке детей с инвалидностью был принят в 2022 году. С того времени в него внесли больше 70 поправок. По словам парламентариев, он уже не соответствует современным реалиям и международным стандартам. Группа депутатов Сената уже приступила к разработке закона, который откроет новые возможности для детей с инвалидностью. Это комплексный документ, который включает в себя не только вопросы улучшения социальной и медико-педагогической помощи, но и создания условий для их интеграции в общество на всех этапах жизни. Почти половина случаев мошенничества в Казахстане совершается в интернете. По данным МВД, с начала года в стране зарегистрировано больше 17 тысяч таких преступлений. Злоумышленники продолжают оформлять кредиты на доверчивых граждан, взламывают мессенджеры и находят новые способы выманивать деньги. Как обезопасить себя, разбиралась Гульнара Ерманова. Безлимитные карты для поездок в городских автобусах всего за 1000 с небольшим. Для некоторых пользователей соцсетей это предложение показалось заманчивым, и они купились. В итоге ни карт, ни денег, что за них перевели. А мошенники продолжают зарабатывать, каждый день выкладывая новые объявления. Почему так свободно рекламируют? Пишут, что стоит 1070 тенге, а потом, когда вбиваешь, 1243 тенге. Сама удивилась. Подтвердите, пожалуйста, правда или нет, люди проходят по ссылке и им предлагают взять дополнительные карты. Я прошел и ввел данные Каспий. По глупости. Что делать? В транспортной компании уже сделали официальное опровержение. Таких безлимитных карт просто не существует. Однако в правоохранительные органы не обращались. Пассажирам вновь напомнили. Обо всех новшествах и изменениях астанчан информируют заблаговременно на официальных ресурсах. Данная информация является недостоверной. Убедительно просим проверять источники на официальных сайтах СТС и Акимата города. Также существует единый контактный центр 109, который также может дать разъяснение. Ввиду развития действительно информационных технологий, ввиду развития в целом Deep Voice, говорят, разные есть методологии, по которым действительно уже есть разные формы, так скажем, ложной информации, они прям все под копирку, и голос, и видео, поэтому в этой части действительно
Людям надо быть предельно внимательными. По статистике, больше половины фактов мошенничества в республике совершается в сети. С начала года зарегистрировано около 17 тысяч случаев. При этом с каждым годом преступные схемы становятся все изощреннее. Эксперты по кибербезопасности выделяют несколько самых популярных. Это рассылка ложных электронных писем, ссылок на сайты, установка на банкоматы специальных устройств для кражи данных с банковских карт и мошенничество как по телефону, так и через социальные сети с помощью фальшивых профилей, как правило, известных личностей или компаний. Казахстанцев призывают соблюдать элементарные правила безопасности в сети и включать критическое мышление. Специальных каких-то новых защитных технологий нет, их просто не существует. Все равно остается работа с человеком, остается работа с воспитанием здравого смысла, критического мышления и с максимальным использованием своих интеллектуальных навыков. Ни в коем случае не стоит переходить по сомнительным ссылкам и устанавливать подозрительные приложения. И уж тем более следовать телефонным инструкциям мошенников, которые предоставляются то сотрудниками банков, то правоохранительных органов. Ни те и ни другие никогда не будут запрашивать банковские реквизиты и коды. Гульнара Ерманова, Ербол Таиров, 24KZ. В Алматы запустили систему камер с функцией распознавания лиц. В департаменте полиции отмечают, нововведение позволит повысить уровень общественной безопасности, эффективнее предотвращать преступления и оперативно выявлять нарушителей. Искусственный интеллект помогает мгновенно идентифицировать лица, сверяя их с базами данных правоохранительных органов. Сейчас в Алматы функционирует больше 2000 модернизированных камер, и еще 136 тысяч планируют подключить к системе в следующем году, сообщила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азербек. Цифровизация, они планомерно входят во всю нашу жизнь, во все наши этапы жизнедеятельности, в том числе и в обеспечении правопорядка. Говорить о том, что искусственный интеллект 100% может заменить и сделать работу полиции, не приходится ни в коем случае. А говорить о том, что будет хорошим подспорьем и помощью, да, это искусственный интеллект нам как раз такую помощь оказывает. В Актобе подвели итоги республиканской акции «Таза Казахстан». После завершения субботников эко-волонтеры встретились с молодежью. Общественные активисты рассказали студентам о проделанной работе. С начала года участниками акции «Таза Казахстан» стали 405 тысяч жителей области. Они посадили 356 тысяч деревьев, очистили 300 парков, зон отдыха и около 100 тысяч дворов. Вывезли больше 70 тысяч тонн мусора. Эко-волонтер Каиржан Танатаров призвал молодежь к бережному отношению к окружающей среде. Хочется вот донести, не ждите от кого-то, куда смотрят, таким, а почему это и так далее. Это можно сделать от себя лично и для себя. То есть не обязательно 10-100 соток. Посадите 10 деревьев. 5 деревьев, одну лавочку. В рамках челленджа в камеру хотелось бы сказать, что давайте поддержим. Оставьте свой след. Это очень простой лайфхак, который можно по всей стране развивать. Ужесточить наказание для производителей наркотиков и ввести пожизненный срок для правоохранителей, увлеченных в наркобизнесе, предложили депутаты партии «Аманат» на заседании фракции. А для наркокурьеров, совершивших преступление впервые, предлагают гуманизировать наказание. Как отметил председатель партии Ерлан Кошанов, наркобароны и наркокурьеры несут примерно одинаковое наказание, хотя это несоизмеримо с уровнем их вины. Председатель партии поручил разработать нормы, регламентирующие наказания для крупных торговцев запрещенными веществами и закладчиков. Законопроект готовят ко второму чтению в Мажилисе. Президент обратил внимание на несправедливость одинакового наказания для наркобаронов и мелких закладчиков, но уровень их виновности несоизмерим. Как поручил президент, каждое из этих правонарушений необходимо рассматривать отдельно. Меру наказания следует определить до второго чтения. Необходимо поставить заслон этой социальной проблеме. Все эти вопросы необходимо всесторонне учесть в рассматриваемом законопроекте. С начала года, по данным МВД, было зарегистрировано 3500 наркопреступлений. Наблюдается рост распространения синтетических наркотиков. Если 5 лет назад из незаконного оборота было изъято 10 килограмм синтетики, то в этом году больше тонны. В основном реализуют их через интернет. Спикер Мажилиса отметил необходимость усилить киберконтроль и улучшить разъяснительную работу среди молодежи.
В Астане прошло награждение победителей республиканского культурно-просветительского конкурса «Мыңбала». Проект реализуется с 2015 года по инициативе Ассамблеи народа Казахстана. За это время было проведено 125 тысяч мероприятий. В них приняли участие почти 3 миллиона детей. Основная цель – мотивация детей и подростков, изучающих казахский язык. По словам организаторов, проект направлен на расширение сферы применения государственного языка и укрепление его роли как языка межэтнического общения. В этот раз награды и памятные подарки вручили победителям музыкальных номинаций. Важнейшая составляющая этого проекта заключается еще и в том, что он направлен на изучение государственного языка. В преддверии 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, которую в следующем году мы будем праздновать, мы инициировали от Ассамблеи целый ряд общественных проектов, и проект «Мыңбала» является одним из таких наиболее важных, наиболее социально ориентированных. В следующем году мы будем отмечать его более масштабно, но и в этом году достаточно много талантливых ребят, которые приехали в Астану для того, чтобы сегодня мы их отметили. Принципы развития молодежных инициатив, волонтерство, научную деятельность и социальные бизнес-проекты обсудили в Актюбинской области. Глава региона Асхат Шахаров встретился с лидерами студенческих и школьных организаций, а также призерами республиканских и международных олимпиад. Он предложил талантливым молодым людям активнее участвовать в общественной жизни региона и на практике применять знания для развития области и страны в целом. На встрече с молодежью аким Актюбинской области Асхат Шахаров поднимал острые вопросы, акцентированные президентом страны. Открыто говорили о насущных проблемах современного общества, о лудомании, наркомании и вандализме. Совместно решили, что включаться в профилактическую работу должны лидеры молодежных организаций. У нас много молодежных организаций, есть ресурсные центры, специалисты которых дают наставления молодым людям. Я считаю, что среди моих сверстников много талантливых ребят, и важно поддержать их хорошее начинание. 30% населения Актюбинской области составляет молодежь, поэтому в регионе действуют коворкинг-центры. Студенты посещают тренинги и семинары. На встрече были обсуждены основные идеологические направления, предложенные президентом, а также ценности, которые должны стать основой дальнейшего развития общества. Большую часть свободного времени молодежь должна быть занята. Помимо учебы, нужно организовать досуг и занятия по интересам. Важно, чем интересуется молодежь, и поддерживать положительные начинания наших школьников и студентов. Причем подобные встречи не должны проводиться для галочки, отметил аким Актюбинской области. Все вопросы, предложения внесены в протокол и будут решаться на региональном уровне. Вячеслав Фетлугин, Мансур Искожин и Айбек Даутов, Актобе, 24KZ. Талас на рубеже великих цивилизаций. На такую тему в Таразе провели международную научно-практическую конференцию. Приурочили ее к 85-летию образования Жамбылской области. В мероприятии приняли участие ученые-историки из Турции, Японии, Кыргызстана и Казахстана. Они представили доклады о становлении региона и итоги проведенных археологических раскопок. За 85 лет своего существования Жамбылская область продемонстрировала достижения в различных сферах – сельское хозяйство, промышленность, искусство и наука. Отметили на международной научно-практической конференции. Свой вклад в развитие региона внесли немало известных личностей, подчеркнул аким Жамбылской области Ербол Карашукеев. В рамках празднования юбилея области с начала года мы провели множество спортивно-культурных и научно-просветительских мероприятий. К примеру, отметили столетие со дня рождения казахского писателя-сатирика Шоны Смаханула. Все эти события позволят молодежи глубже узнать историю страны. Участники конференции выступили с докладами по развитию Жамбылской области. Акцент был сделан на богатую историю края. В области находятся уникальные исторические памятники. Их неоднократно исследовали ученые. К примеру, за последние 7 лет казахстанско-германская археологическая экспедиция на территории хребта Каратау обнаружила 85 новых пещер, в которых, возможно, обитали первобытные люди. Одна из них – пещера Актогай в Сарысусском районе. Там провели археологические
археологические раскопки. 24 квадратных метра площади взяли, и на глубине 3 метра были обнаружены каменные орудия труда, оставленные первобытным человеком, мелкие кости ископаемых животных. Для исследования найденных артефактов в Жамбылской области археологи начнут применять метод космогенного датирования, который поможет определить точную дату археологических находок. Это приоткроет новую завесу в истории региона, уверены ученые. Анастасия Сулейманова, Тарас, 24 КИЗ. В новом экспоцентре Ташкента проходит туристическая ярмарка. В этом году тема выставки – развитие туризма вдоль шелкового пути. Всего в столицу Узбекистана приехали около 500 специалистов отрасли из 14 стран, сообщает главный специалист отдела маркетинга Комитета по развитию туризма Узбекистана Тахир Шамсиматов. В павильоне представлено 50 стендов, в числе которых есть представители из Алматинской и области Житысу. Специалисты казахстанских туркомпаний рассказали об экскурсиях и зимних видах спорта в курортном районе Шимбулак. За год число туристов, прибывших в Алматинскую область, выросло на 17%. Это около 1 600 000 человек. Число гостей из Узбекистана тоже ежегодно растет. И я уверена, что участие в подобных мероприятиях будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере туризма между двумя странами. Соседний Узбекистан активно развивает зимний туризм и планирует расширить свои возможности. В стране функционируют уникальные горнолыжные курорты Амирсай и Замин. В прошлом году Узбекистан присоединился к Евразийскому альянсу горнолыжных курортов. Туда входят еще 4 страны, включая Казахстан, Россию, Азербайджан и Южную Корею. В Ташкенте представители всех 5 государств договорились провести первый совместный чемпионат по горным лыжам. Он состоится в Азербайджане в следующем году. Сильнейших спортсменов по рукопашному бою определили в Астане. Участие в турнире приняли почти 300 спортсменов из 20 стран. Казахстан на соревнованиях представили преимущественно военные. О том, как они выступили и для чего вообще солдатам и офицерам нужны хотя бы базовые знания по этому виду спорта, расскажет Рауль Габитов. Турнир по рукопашному бою в этом году отличается масштабом. Впервые он проводится на международном уровне. Между собой участники из Египта, Монголии, Швейцарии, Бразилии и других стран разыграли призы министра обороны Казахстана. В числе фаворитов у нас является, безусловно, это команда, сборная команда Республики Казахстан. Сборная команда Республики Казахстан у нас включает это все представители силового блока, в том числе и вооруженные силы Республики Казахстан, военнослужащих, а также представители команд Российской Федерации, узбекская команда очень сильная, ну и также военно-прикладной вид спорта, как рукопашный бой, развивается сейчас повсеместно. Проходили соревнования 2 дня. Зрители смогли насладиться качеством подготовки бойцов и зрелищностью поединков. И это несмотря на то, что некоторые из них заканчивались досрочно. Я несу службу в войсковой части 32039. Спортом занимаюсь почти 7 лет. Успел поучаствовать во многих соревнованиях, и нынешние не уступают другим по конкуренции. Все соперники, которые попадались мне сегодня, сильные. Особенно трудно пришлось представителям Узбекистана. Мы долго боролись, но в итоге я вышел победителем. И теперь буду оспаривать золото. Рукопашный бой в Казахстане быстро обрел популярность, особенно в армии. Этот вид спорта включает универсальные элементы самообороны и входит в базовую подготовку каждого военнослужащего. Потому солдат и офицеров среди участников было много, в том числе мастера спорта международного класса, призеры мира и Азии. Поздравляю без исключения всех участников наших соревнований, показавших высокий уровень, а также тех, кто не смог пройти в число победителей. Своей волей к победе, мастерством и искусственным владением рукопашного боя вы доказали, что являетесь одними из лучших спортсменов мира и, несомненно, заслуживаете самых высоких похвал. Выступили спортсмены в 10 весовых категориях в 3 дисциплинах. По итогам турнира в копилке сборной Казахстана 6 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Рауль Габитов, Диаскол Ламбаев, 24 КИЗ. На этом выпуск новостей завершен, а далее «Спорт без границ» с Фирузой Кайлюковой. Не переключайтесь.